Ну, я думаю, что не стоит объяснять, да, что перебор уже идет криво. То есть он и по ритму кривой, и слышно, что... По компрессии, то есть он как раз все, как Табачников завещал, да, что типа руками доиграть, а у него не получается. Эти перемещения, все огромное количество мусора, то есть все хрустить. И бас, ну как бы здесь о каком-то красивом исполнении вообще речь не идет. Просто ужасно сыграно, еще есть не строим пережимы. То есть как можно назвать вокал, который, ну просто здесь абсолютное блеяние из-за того, что у человека нет дыхалки, он не вокалист, то есть нет никакого тела, никакой опоры, ничего, то есть сразу же первые же ноты просто никуда, да? Там, ну, как бы, ковыряло инструментально, даже молчу, да, что там просто супер кривой бас, гитара, все. И не, это реально фальшь. То есть, опять же, любой скрипачки включить, любому человеку, у которого есть слух нормальный, да, относительно, там, абсолютно неважно. Вот это... Блядь, это ебаная фальшь. Сорян за мат, но это просто, ну, просто жопа отборная. Блядь, то есть, вот такая вот нота просто с баронизмом классическим. То есть, так поют, опять же, Леусы, Осборн и так далее. То есть, когда человек не может ноту держать, он... То есть, такой вокал слушать невозможно. Ни один нормальный человек, у которого есть вообще понимание вокала, слух, вкус, он не будет это слушать никогда. Swimming through the void, we hear the wind. То есть это просто фальшивые ноты, просто не дотюнили, как бы никто не попал. Блин, это просто выброс, просто выброс. Поэтому повторю еще раз простейшую вещь. То есть люди, которые не разбираются в этом, да, то есть не играют там много-много лет на гитаре, не провели просто какие-то десятки тысяч уроков, не написали огромное количество песен, не сделали какие-то саундтреки там к фильмам и так далее, ничего этого не сделали, у них уровень понимания колоссально отличается от тех людей, которые это сделали, и все. То есть поэтому, естественно, когда я врубаю какой-то трек, это не значит, что я какой-то там бог, гений, там талант и так далее, родился такой. Нет, то есть я просто сделал определенную работу, и поэтому я это вижу по-другому. Я слышу всю эту фальшь, слышу этих учеников, да, которые там что-то ковыряют, у них происходит то же самое. Я знаю кучу людей, которые занимаются вокалом, занимался и сам, и как бы знаю, как это работает все. Поэтому просто чувачок из чата, который, ну, System of a Down, все классно, Танкиан классный вокалист, это и концерты говно. Нет, говно, то есть студийки такое же говно, абсолютно такое же, потому что ты не можешь из этого слепить как бы какую-то крутую студийку. Ну, невозможно, ну никак, это все миф про то, что типа там автотюны и там гитару по одной ноте запишут. Когда уровень такой, не помогут ни автотюны, ни какие-то там гитары по одной ноте. Здесь даже Сыромятников с его супермастерскими способностями все фанерить и неделями просто по одной склеивать, даже он бы здесь не справился. Поэтому нет, просто нужно осознать и понять, да, то, что есть разные сферы. То есть я в этой сфере в музыкальной разбираюсь. Вот чувак из чата не разбирается, и все. Поэтому как бы здесь без вариантов.